Приветствую вас, мои дорогие львы. Это ваш расклад на октябрь месяц. И первая карта, мои дорогие львы, для вас – это четверка жезлов. Это показывает то, что партнерство. Тех людей, которые состоятся в партнерстве, как будто здесь нужна гармонизация, вот, доверие больше друг к другу. Потому что здесь у вас доверие есть, но вы ваших отношений вы должны гармонизировать именно что-то. Вот у вас идет то, что больше может то, что даже доверие друг к другу, чтобы это было. Даже то, что касается партнерства, то, что рабочие моменты. У вас есть человек, которому вы можете доверять на 100%. Вот здесь есть вот такой рядом именно человек для вас, мои дорогие львы, который вы можете доверять. Следующая карта, мои дорогие, для вас – это четверка кубка. Четверка кубка, вот начало месяца, вы даже то, что у вас, я почему сказала, что вы можете доверять, вы, у вас есть такой человек рядом, даже в партнерстве, в работе, но вы как будто не хотите ничего. У вас как будто вам на данный момент, на тот период, вот в октябрь месяц, начало месяца, вы хотите побыть один. Вам не хочется ничего, вам не хочется вот это партнерство, доверие с кем-то, вот, где вы бы могли, вот здесь идет вот именно вот такое четкое то, что вы можете это доверять. Следующая карта, мои дорогие львы, для вас, это карта сила. Карта сила показывает то, что высшие силы на вашей стороне. Они вам дают вот эту возможность для того, чтобы вы исправили, чтобы вы не были одни, чтобы вы брали то, что хорошее в жизни, то, что у вас есть хорошие отношения, у вас есть хорошая работа, где может вот в партнерстве работать. Вам дается эта возможность, но вы здесь не хотите брать, вы хотите больше побыть один. Вот такое вот то, что ощущение, то, что у вас есть все вот вместе, рядом, но все-таки вы хотите в одиночестве что-то подумать. Следующая карта, мои дорогие львы, для вас на октябрь месяц, это у нас карта колесница. Колесница показывает, у вас уже на середине месяца идут новые вершины, у вас идет борьба какая-то для того, что вы что-то поменяли в вашей жизни. Вы уже на середине месяца высшие силы дают вот это вам толчок, то, чтобы вы понимали, что уже вы все, у вас идет это, у вас меняется в жизни что-то. Не переживайте, вот отпускайте, иногда может даже отпускать каких-то людей, которые вас это, потому что здесь дает, чтобы у вас было все как бы хорошо. Следующая карта, мои дорогие львы, это карта десятка пентаклей. Десятка пентаклей показывает ваше состояние, ваше благо. У вас оно есть на середине месяца. У вас уже меняется, потому что вас кто-то свыше как бы оберегает. Не бойтесь, начинайте что-то менять, потому что если мы не поставим цели, если мы не начнем что-то менять, никто за нас. Да, у нас есть люди, у нас есть высшие силы, которые нас поддерживают. Они дают нам вот это благо, вот это состояние. Но мы как бы иногда вот можем отвернуться от чего-то, что мы считаем, что это как бы для нас нехорошее, ненужное. Следующая карта, мои дорогие, это повешенный. А повешенный показывает на середине месяца октября может быть такие ситуации, где вы должны как бы оставить вот повешенное состояние, чтобы вы дали вот эту возможность высшим силам, чтобы они вас направили, чтобы они как-то вам этот толчок, который он уже показывает, что у вас перемены идут, чтобы вы это понимали, что даже если есть какая-то ситуация, даже если здесь касаться, возьмем работы, если что-то есть, где как бы у вас нету никакие, знаете, продвижения вперед, то здесь показывает, что
именно на тот момент, на тот период, на октябрь, на середине, вы должны подвешивать эти ситуации, состояния, отношения, оставить вот это, чтобы пошло так, как дается на тот период. Следующая карта, на это мы возьмем на конец месяца, мои дорогие львы, что вам высшие силы подсказывают. Королева Кубка. Обращайте внимание на ваше состояние, именно внутреннее, именно душевное состояние. Здесь не физическое, не энергетическое, не моральное, именно ваше душевное состояние. Потому что из-за того, что вы больше себе здесь придумаете, у вас здесь... Именно вот как бы получается, как, я так скажу, каша, то, что вы как бы не понимаете. Но еще могу сказать для моих дорогих женщин, то, что благодаря вашей мудрости, вашей знании, вы это начинаете все это переходить. Вы начинаете это как бы оставлять. А для мужчины это, здесь может быть такая женщина рядом, где вы должны прислушивать ее вот это мудрого совета какой-то. Шестерка кубка. Шестерка кубка показывает. Убирайте ваши воспоминания прошлое. Оставляйте в прошлое. Даже здесь для некоторых людей, у кого были какие-то разводы, какой-то партнер, за которым человек ушел, оставляйте в прошлом. Подвешивайте эту ситуацию уже, потому что она вам не нужна. Высшие силы дают вам новые дороги для того, чтобы вы начали что-то новое для вас. Следующая карта, мои дорогие, это карта совета. Возьмем, что высшие силы вам подсказывают. Как я и сказала, плыть по течению, как рыба в воде. То, что вам высшие силы дают вот это помощи, берите. Потому что мы иногда отказываемся от чего-то хорошего, от чего-то то, что мы может нам принести вот то радость, то счастье, то спокойствие. Поэтому, дорогие мои львы, это общий, конечно, расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. Для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.